Представь, что ты идешь по улице, смотришь по сторонам, улыбаешься прохожим, и вдруг прихватило сердце. Стало нехорошо, потемнело в глазах, ты падаешь, а люди обходят тебя стороной и проходят мимо. В этот момент твоя жизнь зависит от них. Что ты чувствуешь? Страшно? Вспомни эти ощущения, когда в следующий раз захочешь пройти мимо человека, которому нужна помощь. Помоги другому сегодня, и завтра кто-то поможет тебе.